Итак, мы вернулись, чтобы выжить в этой игре. Ура! Да, тут у нас предлагают, по-моему, обмен. Так, заключить сделку. Я принесу вещи. Мы так уже делали. А, понесу вещи. Без денег пьяный. Че, идем? Давай проведем пьяницу. Обменять патроны на еду. Блин, я бы лучше еду на патроны поменял. Это плохая идея, да, сказать? Да. А, требуются очки влияния, чтобы отменить сделку. Обменять ящик надо. Боеприпасов на 5 дневных пайков. Ну, пойдем. Пойдем, Чуша. Вот. Боеприпасы мне нужны. Наша забота. Нафига ты, Стим? Что ты нажал? Я ничего не нажал. Я тоже не нажал ничего. Значит, не знаю, что это было. Сразу. Аномалия. У меня геймпад в руках, я геймпада не могу такой запустить. У нас с тачкой проблемы. Надеюсь, она скоро будет чиниться. Надеемся. Женщина, она даже через перелезть через забор не может. Да я 100 раз так делал. Да, да, давай через дверь. Дверь-то закрой за собой. А он мертв, все. Так чувствовать не настреляют, а? Вон на дороге прям стоит, не боится. Куда нам ехать? Че, издеваетесь, что ли? А? А поближе не сядете менять патроны на еду? Нет, только там. Только там обменный пункт. Правильно, я его задавить хотел. Машине она, легче. Она пьяная, кстати, аккуратно. Да? А может ее тормознуть? И... Чтобы она это... Ага. Бензин отсосала. Да. Слила. Пока пьяная, да? А то. Когда пьяная, проще договориться. Да. Более податливые. Ей это самой интересно. Видишь, сидит там и так и так. И думает. Угу. Бензин, что ли, отсосать? Не воняло, а? Может, машину где-нибудь поменяем? Смотри, тут бинокль. А, это что, посмотреться? Не, мы не полезем сейчас осматриваться. Нам нужен точил. Не, это барахло вообще. Надо что-то наподобие этой же. Да нет, надо какую-нибудь такую, простенькую, незаметную. Ага, та, знаешь, какая шумная, я уверен в этом. Надо такой же джип, он не такой уж и шумный. Вон та, вообще тарахтит жестоко. Не, через горы я через поля не поеду. Ты аккуратно, нам реально перетрить шару. А то где-то поломаем ее. Хорошо. Экономим. Ух ты, вот на этом бы поехать. Но нельзя. Отстаньте от меня. Я ничего вам плохого. Прикольно, если вот эти большие машины, как там, Monster Hunt, помнишь? Да. Угу. Будет прикольно. Тут кругом катафалки. Блин, да вы что, издеваетесь? Не убивай его, он нам нужен. Блин. Ладно, вручную разберемся. Да-да, зомби здесь. Спрятался за машиной. Куда погнали, здесь бензин? Так разберитесь, ё-моё. Ничего без нас не мог сделать, а? Sit tight. I'm bringing this stuff home. Так. Ой! Хватайте его. Я думаю, вот эту машину придется собрать. Угу. Мне она больше нравится даже. Тут проблема с зомби дофига. Да ладно. Ой. Вот, вот. Чего ударил? Да я видел. Я не стану зомби, не переживай. Точно? Да, я уверен. Так многие говорили, а? Кстати, я одну фишку нашел. О, тут и место нормально. Эх,
А раньше она была черная. А стала красная, потому что мы передавили столько зомби. Она была красная. Была черная. Это тебе не Кармагеддон. Блин, а Кармагеддон-то нового вышел или нет, не знаешь? Нет еще. Нет, блин, еще. Я бы поиграл у него с радостью, надо будет. Да, есть такое. По нему устроить стримчик. Да. Его только анонсировали, что разрабатывают. Блин, я бы хотел реально, а? Это было чума. Вспомни детство, коровы. Помнишь? Коровы, детство, коровы. Да-да-да. Как... Ой! Какой там злой? Где злой? Зомби, не знаю. Там музыка. Слышь. Уйди, не ешь ее. Это моя женщина. Убей ее, убей ее, убей ее. Давай. Блин, да, да. Давайте все окна побьем, а? Которые уже разбивали тоже. Устал. Да говорю, ты заражен. Видишь, он уже зомби превращается. Уже сейчас руку протянет вперед. Не, блин, как взял. Подожди, а что это зомби делал? Спал? Он спал, да, отдыхал. Да. Лежал, чесал яйца, смотрит люди. Спалили, надо убить. Какая-то музыка заиграла. Ага. Она мне вообще не нравится. Интеллект у него вырос, смотри. Зачем в таких играх музыка не нужна? Вот всю игру нет музыки, и тут будет... Сейчас дверь будет выламывать. А это было в Дизи, когда в самом начале, помню. Я думал, что есть музыка, знаете... А что там взяли? Лампу какую, да, подожди. Я думал, что есть музыка, все время что-то рядом, там, знаешь, опасность. Она рандомно играла. Никого нет дома. Откройте милицию, да? Я в теории большого взрыва, знаешь. Эми! Эми! Не так вот. Не встал. Тут много чего. Оу! Help! Да ты чё, сам чё не можешь сделать, что ли, а? Пипец, идиот, а? Немощь. Блин, валить надо. Да чё валить-то надо? Да там патруль зомби идёт. На машину красную и передавит всех. Ладно, он стекло разбил уже. Ром, может машину сначала? Нифига он не разбил стекло. А как он вылез тогда? Бери. У будильника один тоже. Ты куда пошла? Ой, зомби бежит. Я думал, ты опять разобьешь. Второй раз разбить то, что уже разбито. Все, места нет. Это ж стоит тогда кей. Поехали, женщина. Чувак, а ты с нами? С этим мужиком-то? А, обменялись? Он выживет, да, обменялись. Точно? Вернитесь на базу задания. Ты посмотри. Да я вижу, нас окружают просто. Может, не надо ее ломать? Может, объехать? Да я вас так уже объехать решил. Нафиг. Машина будет жить. Прикольная тачка. Такой да, звук, она как? Шумная. И мест здесь мало. Понимаешь, там хоть можно выживших собирать и прочее. Вау! Она шумная наверняка. Да ну и ладно, она крутая. Как в боулинге. Уладить бы найти какой-нибудь, а? Патриот. Проветрил. Блин, они нас слышат просто и бегут. Ага. Такая же. Но это самая популярная машина здесь, наверное, дешевый вариант какой-то. Тут же где-то военные тусили раньше. Где-то было.
Но они сказали, что они будут огонь открывать по всем. Так что лучше не проверять. А их перегрызли уже давно. Военных. Там дальше. Опять там кто-то кричит. Ой. How's it going? I'm almost there. You got it from here? Okay, that's all we need. Ресурсы. Получено. Их продадим. Кухонные часы. Неважно, это будильник будет. Во, боевой дух повысился. Страх. Страх. Надо этих шустрых убивать. Так, два весит. Блин, фиг с тобой. Это что такое? А, ну, кофе, а, кофе. Хотя оставь кофе, может выпьем где-нибудь, а? Где-нибудь, да, выпьем. Пригодится. Так, что тут еще интересного у нас? Чего она хочет? Да я велосипедист. Умеет решать проблемы. Убить несколько зомби и немного поболтать. Ну, давай. О чем это они там хотят подумать, а? Давай троицу. Не надо, не хочу я, чтобы она со мной шла. Еще подглядывать будет. Да. Так, куда едем-то? Нам пройтись надо. Да, пройтись. Или проедемся. Ну там написано, что надо пройтись, убить пару зомби и поговорить с ней. Да, давай проявим активность, пройдемся. Ну, если там группа зомби будет. Вот и не будет нашего негра. О, лидерство повысилось. Мы тут никогда пешком еще не ходили. Да, он мой. Пойдем в хату. Будем убивать зомби по старинке. Очистить. Я уже очищал эту зону. Нет, это другая. Нет. А другая это. Ты видишь, дом зачеркнут, значит, это здесь было. А вон склад, который потом я залазил. По старинке. Ё-моё. Ёперный театр, это по старинке? Да. Тут я смотрю, так много зомби по старинке они защищали, а? Пистолет. Опасно. Не успел. Что значит показывай дорогу? Обратно. А, вернитесь на базу, все, прогулялись. Да. Свидание прямо души. Да. Каждый день бы на такое свидание ходил. Пришел, перебил соседей зомби. Забрал ихнюю картошку. Да, мне тоже соседи зомби, по-моему. С радостью перебил бы. Сегодня только думал, ну короче там, кое-что что-то сяду. Угу. Кондиционер устанавливаю за окном. Давай. О! Добиваю. Тут ты чё, козел, наделал? А если б... Скотина. Прикольно было бы, да? Кто тебя просил, мудень? На чем ты? Надо было раньше думать, пока никто не видел. Как с этим страхом бороться? А? Надо эту проблему уничтожить. Боевой дух, истинное лицо страха.
А, вот, наверное, у нее был страх провести, показать. Смотри, зомби бывает не так уж и сложно там. Всего-то. Неплохо. Че, с свирепыми зомбами займемся? Пойдем. На этой машинке? Пойдем. Да. Так. Во, деятельность армии. Ну, поехали сначала туда. Армия, мы еще займемся. Полезно всем уничтожение толп зомби. На подходе стоять. Не понял. Что? На подходе. На подходе толпа зомби, сказали. Так. Не эту машину, бери другую. Да я вон думаю тоже взять вон ту. Нет, надо... Ты выезд прикроешь. Да. Ух ты, блин. Ей уже хана. Чё? Фонарь включи, фары. У нее что-то в багажнике есть? Да нет, вроде. Нет. Я не помню, как фары. О, вспомнил. Как? Т. Где они там? О. Вот они. Ух ты, ё. Все? Нет, вон еще. Маркус проявил инициативу. Угу. Молодец, Маркус. О, установлен контакт с новой группой выживших. Вау. Все? Почти. А что там, нарисованы какие-то сиськи? Посмотри. Сиськи. Это точка обзора, наверное. Вот там внутри зомби. Угу. О. Не кусай меня. Ой, там сзади еще заходит. Там темно. По-моему, он разозлился. Угу. Воду сливаю? Не понял, да. Да, кажется, воду сливаю. Нет, топлива. Ресурсы, смотри. Совсем рядом. Да. Так, и чё вон? Слева. Сейчас, там зомби ходит. Они возле машины столпились. Там фары же включены, да? Угу. Блин, нам бы уйти потом с таким-то грузом. Ёперный глушитель. И одевай на него. Ром, одень. Ты думаешь, получится? Да. Прикрепить. Не-а, нельзя. Почему нет? Нет? Не-а. Давай, короче, из пистолета. Там вот что-то. Трое. Хорошот. Это. Отлично. Без пистолета справились. И фонарь не... Ой, этот не включен. Новая культяпка. Угу. Давай еще немного. Так, где же что-то еще было, да? Угу. О. Все, ничего не осталось. И неплохо. Приморцы, а. Доехать бы сейчас. Да, то таскать из машины туда будет не очень. Вон, я вижу человека. Блин.
Ты включи фары, а? Не видно же ничего. Хотя с ними тоже. Ой. Ой, блин. Что? Там толпа зомби идет. Так, сначала на этот тормозни. Вау. И поехали этого, что ли? Сразу убьем свирепого. Сейчас, погоди. У меня у нас места нету столько. Машину надо свирепого убить. А, чисто свирепого убить. Да. Смотри-ка, целые еще. Ладно, поехали. Так. Никто не приближается, отлично. А, там не видел был дом какой-то. Ай, ну ладно, хрен с ним. Ой. Я надеюсь, там помимо свирепого ночи-то никого больше нету. Ну вот. Кто это? Вон машинка новая. А задавить может его? Вот здесь еще новая машинка. А где он? Это баба. Она просит о помощи. А, опять. Давай. Ой, сзади. Ух ты, блин. Умный в гору не пойдет. Умный в гору обойдет. Эть про нас. Ой! Шутки шутками, да, бога нет. О, у нас проблема. Кого нет? Меня нет, да? Вау! Не выдохайся. Давай. Что за? Не знаю. Вот это у нас проблема. Да блин, ты. Убей его нахрен. Крикун. Давай, давай, добей, добей. Проломи мой череп, говорит. О, этого. Хватит ее жрать. Фу. Там это палево. Да похрен у них. Беги, ты укушена. Свирепом. Свирепом, она станет свирепой. Забирай эту, бери полицейскую тачку. Вот возьми эту полицейскую. Да не, ну возьми полицейскую. Ну ладно. Возьми полицейскую, да. Ну пожалуйста, ну возьми. Да. Ну подари-ка. А это что, не работает? Не. Шериф. Шериф Уотсон. А тут же был когда сигнал. А у него дробовики, дробовик можешь в багажнике есть. Типа. Нету. Ладно, будем шерифом в этом городе. Задаем? Да. Может там, говорят же, полезно. Вот так вот легко. Этот город был никчемный до нашего прихода. Неожиданно я стал шерифом. Джек, Джека потеряли. Блин. Кто такой Джек? Знаю. Ну жалко, да? Ну, ну ладно. Джек Шепард, наверное. Бывает, да. Говно случается в этом городе. А чё я еду домой? Это был пятый день нашего проживания. Мы потеряли проживание. Джека. Давай выпьем на Джека. Я уже выпил всю банку кофе. Так а чё? Нам да нужно... Джека ж! Нам нужно больше ресурсов. Так. Так. Избавляемся. Избавляемся. Надо еще больше рюкзак найти. Угу. Ладно, поехали там. Так, нам еще одно задание осталось, и на этом серию надо завершать. Я вот и думаю, чем бы заняться сейчас. Либо на задание поедем. Ну-ка. Вот на это. Давай. Либо почту смотрим. Не-не-не, давай задание. Да. Давай. Опа, что это было? Признаки действий выживших? Поехали, нам нужно пополнение. Шериф едет? Шериф Уотсон поехал. Шафт. О, Негр.
Да, точно. Вставай! Шеф! Нет! Я тебе за это пичку оторву. Давай утолкнем. Переверни. Говно машина. Это не моя вина. Смысл мне два раза прыгать? Сейчас я возьму машину. Еще переверну ее, да? Еще переверну машину. Там вообще опасно ездить. Что это за взрыв был? Машина взорвалась? По-видимому. Так сейчас же вообще там плохо будет. Стой. Вон там бегут уже. Твою ж дивизию. Пристрели его, пожалуйста. Ты зачем там наверху сидишь? Давай, бежай, бежай нахрен их. Выжившие. По-моему, их там уже сейчас сожрут. Да. Пистолетом всех расстреливай, быстрей. Ух ты, там что-то на реке светится. Отбивайся, чувак. Ух ты. Идем. Опаньки. Блин, ждать, когда он сейчас соберет все барахло свое. Ром. А, тихо. Отстреливай. Да какой отстреливай, я справлюсь. Посмотрим. Не видно. Через минуту выезжаю. Уйди от меня. Не того. Да вы что, издеваетесь, что ли? Ты где там? Пошевелись уже. У него шестая борьба, если мы его потеряем. Ты за рулем. Все, мы негра оставляем на ночь. На ночь, на неделю. Вся туалетная бумага есть. Some people are just dumbasses and they think, hey, free stuff. Food, medicine, ammo? That all makes sense. Immediate survival, yada yada yada. But I really want to know who walked out of their front door, looked upon the end of civilization as we know it, and went, man, I'm gonna have to take shits. Логично, между прочим. Слушай, у нас тут задание доставить припасы. Он что, доставит? Его везти нужно? Да. Я думал, к нам это, в домик. Да, конечно. Ну ладно. Хочешь жить один? Живи один. Но ты не сможешь размножиться, запомни это. С негром. Особенно с негром. Смотри, он дорогу перебегает в неположенном месте. Ага. Их в школе зомби не учат этому, что... Во, машина нужная. Вон, еще одна нужная машина. Дави. Что-то вас, ребята, много как-то. Вы смотрите, что там дымится. Новые соседи? Не нравится мне этот звук соседей. Ты чё, козёл, делаешь? Ох ты! Поставь его! Can I just go on the record and say that that really sucked? You okay? Come on, we gotta get going. Мы здесь не все собрали, да? Нет, мы собрали тут все, по-видимому. Он надеялся кого-то еще найти. Здесь форпост написано, да? Угу. А как его сделать? Ну-ка, Ром, пусти. Подожди, через этот? Не, да, я понял, как. Опусти. Ну давай, попробуй.
Так, блин. А вон внизу форпосты, смотри. Да, я видел. Так, 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 так. Нет, не, вон, левее, левее. Ты что делаешь? Вот, вот, прям сюда. Да. Так как меню выйти? Сейчас, погоди. Вон внизу форпосты. Нет. База. Да ладно, пофигу. Оставляй. Потом разберемся. Да не, ну как так? Ну ладно. Отведите его. Пусти да, блин. Меня. Окушко. Так возьмем эту машину. Вон ту дальнюю? Ну, ща, которую там. Сейчас возьму. Только там эта проблема. Я дальше возьму. Ладно. Можно эту взять. Остатки. Выходите. Биби. А из багажника все забрал? Нет. Нет. Ой, что там было? Уходи. Медсестра бежит. Какая-то она страшная. Блин. Чувак, погнали. Эй. А вы этот его. О. Пал. А где тот наш второй? Он усел в машину. Нет? Точно? А там зеленая стрелка. А, ты поставил метку? Да. Где этот чувак, ты его видишь? Так он в машине сидит? Нет, по-моему. Вот он. А, вон, да. Поехали. Он успел сесть, он сразу же схватился за дверь, где сидит мужик. И все, все прекрасно просто. Смотри, Гималаи. Гималай. А вон там развивается Far Cry 4. Но мы туда не поедем. Там проходит съемка, да, Far Cry 4. Да. You got it from here? Okay, that's all we needed. Я тоже пойду. Мне надо негра оставить. Как человек, давай пройди. Во. Дверь нечеловеческая. Это не отстой. Собиратель. У нас свежее мясо. Так, посмотри, что мы можем построить. Какой он страшный. Ща, погоди. Я ж что-то там собрал. Так. Вообще негр устал. Что у нас тут есть? Возможные действия. Максимальный запас здоровья плюс 10 для всех, вероятность лечения 30% каждый день. Медработник, вероятность лечения 20%, нужен опытный врач. У нас нет опытного врача. Не, но все равно надо улучшать. Что, улучшаем? Угу. 25. Все, ресурсов, похоже, нет. Не, вот здесь может что-то еще. Ну это ладно, не трогаем. Это нам не надо. Это у нас что, повысить меткость стрельбы, можно расширить боевую... А, безопасную окрасть вокруг базы. О! Ух ты! Отстрел зомби. Угу. Во, вот это берем. Давай. Полчаса. Что тут еще есть? А где улучшение транспорта было? Так вроде сделалась она. Электроинструмент, авто. Подари. А, вот, наверное. Угу. Ну, видимо, все. Надо собирать ресурсы. Да, нам у нас вообще по нулям, смотри. Древесины. Так что в следующей серии пойдем искать древесину. Угу. На этом приключение нашего черного друга заканчивается. Он чернее ночи. Его даже фонарик не спасает.
Ну ладно. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч. Хватит щелкать фонариком, батарейки посадишь.